Хлыбзекуа, апсателя хупша эфира джейгу по информации дыратра хамшик шара. Апсна хюнткара ахада аслан бжане идцага царала. Григорий плыя хюнткара ахада ябжгаюз тхадзоу. Григорий Давидипа плыя черномырдины хидсху Москва пи ярто хюнткарат университет даналга аштах и уйпшим ашук скварзау сиуана хюнткарат усхвертаква Росэнергоатом, Росатом, хюнткарат и лахур апснергылара ахюнстандарт ркна. Юлиски жашук сайнаркна усиуан Москва ейду афунцам чтпейла заара аргыларат усбартача. Ераубас апсна Ахада аслан бжане идцала. Однако экономика цаатку арзы ахюнткар ахада ицхырайуз. Тхадзоб Валерий Пабба. Апсна поза министр, а экономика, а министр Кристина Озган. Владыца гацаракойна рукуршуна хюнткар ату илахура апсны былту, а директор хадайна панцакурынак заюз тхадзоб Рамаз Джопуа. Ахюнткар ату наплака апсна айтахар хуратматуаркуа рехабыс Рауль Какалия. Яхя имя поза ита напхайцвей, а коллектив курей пылара. Ахюнткар ат бейлахура апсны былту директор хада Рамаз Джабуэй а коллективе Эйбардырва, апыза министри хатыпой, а экономика министр Кристина Озгани Азгвалтейд, а напхагайтет сиусуры обзорана, а рияй лахура чеку а финанс проблема корыдбара алыр шахапха агугра шырму а республика и хабыра. Рамаз Ингиштерович достаточно опытный человек. Руководство республики в лице президента, премьер-министра приняло решение дать вам возможность поработать в данной компании. Государственная компания «Абхазток» достаточно крупная компания с оборотом почти 800 с лишним миллионов рублей. И это говорит о том, что на вас возложена задача достаточно эффективно управлять государственной собственностью, соответственно, приложить максимум усилий для того, чтобы компания была прибыльной. На данном этапе здесь достаточно серьезная финансовая ситуация, она пока нестабильная. Числится очень значительная дебиторская задолженность, с которой вам предстоит провести очень большую и кропотливую работу. Я думаю, что мы с вами совместно справимся с данной задачей. Необходимо принимать максимум усилий для того, чтобы предприятие, государственная компания была прибыльной. Айла Хорапсен был директор Хадарамад Джапуа, Айхабры Загарта Загурагара, Айтабубха Ахвани Эзгвейтейт, и на пьянырта Аусура Псыцкалат Шазнеева, и хейт Ахинткарат Мал Ацвгичра Згуя и Тазгу и Ярей Рым Якош Хазу. Айтабубха Расуид Апсен Айхабры и Сагарта Загурагара за Сахцой и Лыскавайт, Иго Авадой Рукой и Лыскавайт, Ахинткарат Компания Ашепапур Гала Разухан, Парада Ятуху Сарасвана Гарала, Авусур и надыгин начитана, ацкеры, ахуйпшери. Ацкеры на галалаг, ахинкарат компания зикалот, ублегун бисарас буяна будет, а коллектив. Хажи и пульшина, хвосы и пульшина, хвос на хакзапхан. Сарасак бухвит, шара шкана халаги, шатхрара халар цазахан. Ублегун бисарас буяна будет, ублегун вот агула зааша, ауа дэрэзи будет, подзигир тапипцана, Харах партнер твой жабхеги хам ларкоку хам пхашар пипш, а ты было заше агазра хал харшабхан. Кристина Озгани Хубаски Хунткарат на плака Апсанай Тахар Хорат Матарпа на Пхагавичат Срауль Какалией о коллективе Эйбалардыр. На вас возложена очень большая миссия. Она связана с выполнением государственных обязательств компании республиканским предприятием Абхаз Вторису. Хочу заметить, что данная организация является монополистом в сфере заготовки и реализации лома черных металлов. Вот, на данном рынке, соответственно, присутствуете вы и регулируете этот процесс вы в рамках действующего законодательства и нормативных актов правительства. Хочу отметить, что в обороте компании практически 70 миллионов рублей. При таком уровне оборачиваемости очень низкий размер прибыли. Она даже составляет менее 1% от оборота. Поэтому прошу вас обратить особое внимание на доходность данного бизнеса. У меня однозначная позиция, что этот бизнес должен быть доходным. И практика такая была. Я прошу ее восстановить. Поэтому будет основной акцент на стоимость и, соответственно, на соблюдение интересов государства в данном вопросе. Ахюнткарат на плака Апснайта Хархорат Матарква на Пхагави Рауль Какалья из Ахата Загурагара и Табу Пахвана из Вейтей и на Пензаква Шины и Гзало Азаква на Пхараку и на Рукуршена. Даурина Пшибалыкса Гуха Апсвадили Хопшра.
Лацарам зажаю, арярыц хурыстыла зухюнд карат нюхю пазки фибщини жабашок сам набрям шачну урысту от федерация жлар депутат шары за радуача гиры дыркылу и тахюнд карат суверенитета за адекларация. Она и свыща тас я юит урыстыла амш абцара. Апсна ахюнткара хада сланбжания Владимир Путин и дейнюхюлит урыстыла амш аднюхюлрача язгуатыл. Апсны жылы рыхдзала, яраубас хатала сарасчын пишудышкыл аднахылара, урыстула амша згатара инамадана. Урыстула амша ри доухалы, культура тынхалы и бейу ажлар, а патриотизм цаулы, ахакуитры, аяшары рах и назапхо нахыл. Яха хамтас би урыстула ищу и хепшим змилатту интереску ухвалы рыхча разлышо хюндкарру. Хатырску Владимир Владимир Ипа. Истахуп апсны жылы рыхдзала гук пстыкала хитабубха шасхарц, апсу хюндкара аргуары Шарты дара запцары, а социал-экономика тачияра алыршары, хаважлара рыбстазара айхтразы и шыдышкулу аусмепгатква арзаха ахойд. Апсна ахюндкара хада сламжаня, урыстула хада Владимир Путин ихдила ейштаз аднахылрача. Урыстула тэ федерация ахылак и ахюндкара дума депутатши, урыстула амшары дыйны хулайт апсны жла рейзара айхабы Валерий Гвардия. А федерация ахылак ахынпэю Валентина Матвиенко, ахюндкара дума ахынпэю Вячеслав Володин и рыхдзала. Ишто ашходжам не арпшу памилат принтереску рыхчарей хамтазы и цвырцва ауа дыраква рыяйры рзы, урыстула напхгара и рыдыркала щачаква и шрадгало. Яраубас яхапс на пузаминистра Александр Анкуаб урыстула яхабыр архантаю Михаил Мишустин и дейны хилайт урыстула амш. Хатырску Михаил Владимир Ипа яхапштула хаважлара язгуарту и таныха хадаку ирваку амилат акзары атпыла халхэнцы ирзы атак пхукры зцу урыстула амш. Шишуксала хюндкара аргылары уи хаджьярей хамьи ирнысыз урыстула ажлара пышвара гуаква рхыргайт хам тазби урыстула адунеяча пышвара зму хюндкара кахасабала жиларбж жарат я шартадыры, а тышын талары и рызыкпой. И узы кумтху аймадыры, а то урыхт бе дуахат бе культурат мазыра кошетас и рымуп, апсны урыстулы ри юзарим чхакыт баалат бер стратегия тусы цури. Аря усача гьялар шупа крысцас колц шоква. Агураганы сыгуп хажлар кварейза казаша хапхэка ицыге ашаргуап хусы цура алсшебзия айюбха азгуатуп аднахылрача. Апсна уажларат палата напхгары хала хулыцви аднухулрачху хизырышты тапсны урыстула цхарашху Алексей Двинянин урыстула тө федерация амшныха инамадына. Агураганы хақуп шарая ашырпшуа чызы шара козыге хюндкарра куи хажлар кури юзари рейц хырары хрырджияра ус и шац хырауа. Ацхарашху изихиршит и так зыбхы куи усырача акчияраква. Атолау апсыра, а коронавирус расшыхчыра зрашарам за жейзер зимепка за координация штаб замтынытю айла тарачапсна позаминистр Александр Анкуаб язгуэтит, а у апсыра ргубзира айкур харазы, атола хаква аркызар иха иихюбха. Ария тема яцту и хах корреспондентша хакала кевнюцга айжлар ргуанагара иларкаван. Гылазаша злагу алапсны урыстылы рха амакяна яргызыру. Абаса хамта айдет яцимя пыса за координация штаб айла перача, а пыза министр Александр Анкуаб атула юныцкат пята гылазаша даза аткылу. Несомненно одно, граница на сегодняшний день не может быть открыта. И все те меры, о которых мы говорим сейчас, внутри страны будут основываться на этом. Приезд в Абхазию не граждан Абхазии. Возможен, но в отдельных, индивидуальных, даже скажу так, исключительных случаях. Апснапыза министр Ип Галарама штахя социал дара курчава аргуана гара конырцу ялагыд. Убри надхилана акала кевницка имя пахгайт от цара. Уизлахнар базала ачка чимазар апсны хаясра алмаршыраза атула хаакур аргра аз цараза гуана гара кок абас иху. Учитывая сегодняшнюю ситуацию и то, что в России, в принципе, уже отменили все ограничительные меры, мы можем рассмотреть их практику и в соответствии с этим как-то частично уже открывать границу, потому что для Абхазии, для страны, в которой основной оборот и вся денежная масса, большая часть появляется благодаря туристическому сезону, то очень многие граждане зависимы от этого, поэтому нам нужно, чтобы экономическая ситуация в стране стабилизировалась. Для этого, я думаю, что открытие границы необходимо. Я дартыр стахуб гук псыкалажлар зыханы маншалан дачмазихарды и дейргон уанта тынхатша
ей бомбать, а раз за хумачху мои коха, ождем тела дара шарту. Макьяна зас и пши хочем азрачка яйра за япу апкара кахпилава рукту колор, хампада хатцой та дунею апсара рабстазара, а шарты тазыргулоре чем азра, у бас шаку гейра вируса хата шуку агуразым гоги оп. Я очень благодарна народу, мы правда соблюдали этот коронавирус. Хотя я не знаю, это, по-моему, какой-то бред. По передачам посмотришь, умирают прямо не за час, чуть не тысячами. Я знаю, что было, был такой, как вот испанка, помните, такое было, болезнь испанка. Да, половина земного шара переболела, но где испанка, где коронавирус, да, обычно ОРВИ. Я открыла на яхизахта глаза, еще шит с кемки, а я хабыра и сыршна у апсыра рахихор зуа апхера, чим из рачацых чирезы, еще кургылу апхара кой рукну колоду, из лауа лапжапнат бепстазара макяна мапачкутубха, а с глаз тура цаюб. Абрачим из рейху афяр тацуб, а хаким шейрхозар, а ха хартыр ауэйт, и фяр тадзе мускан сашпак шахатам, сак шахатам, ха атызар. Аха хаким шейрхозар, я псадзама ха артра, а хадара ирха зубри сакша хата пус сиги газата хар газат. Ава я зартырцта ху ха урта ргана гар ргуй той лыскавайт, а усар урсар та хоб чара парако герову сар та хоб урта атшара ног варгар свызи гилга усуп. Хакша хатуп и манфяла хартахта хоп, аха хазитшо, акопа бречимазара, и расшахара, псна, псатпара, квакалара, антшим фан, Обреб хазит все, и хадзоу малости хамо, хава и влароб, хава и влар хахчароб. А карантин яд хулоб, кракуя и харак гефа аргра, жахи радапсна экономика, а хаухуана, то есть хам подаре бюджет ге кырдзе и ныпшут. Уя хылча ауа дэвира коумбарц залшум, а хабрага зигра асты и хаду ауа аргу бзира ахчара. А мас информация тхархуга кой социал пи имадара кырджа, хара яхбойт дгил ца кыра лэхза и го республика кой Краснодар дуя тула чацвирджа, а эпидемиология тагыла зашима Макьяна зишуадаю, у санавха макьяна захтулача и рулахуа карантиназы, ражар хару буэзы атак пхал крыздуа хакимцы апснай хабыри. Лаура Капшпха, Тамаз Чкван, Апсуа Телехопшра. Ехап за министр Александр Анкуаба у суду ила цвазурам я пиги, та тула на благовицуаре ила зара алархуна. Ария ила цвазура ашла я апхина, поза министр и хатапуа, Беслан Джопуа, Владимир Дылба, а экономика афяхтку я изга куэрза, а министр цва Кристина Озганда, Уркурмазия, ярубаса милаз банка ханпаю Беслан Барателия. А ехабыра архады аусткулы цвя ила цвазу и тафяхт система арджицра а механизм хаталах тулах и таргало аалыцква рыбсацца за афяхт. А бизнес ахатарнак шаза отгыла и табсадца за фяхт пьялу ахахара. Яра убас харяй плараджа иштыхан и псычу а фяхт система за азакуа намча юра за ато. А поза министр язгуит и та яхабыры аусткалы и цвейрабхе пери плараца косы шаму абсадца за фяхт а норматив зинт актква айтакраква ралагалара за авилагалаква разархьяра. Язгуата на усткалы и цвя абсадца за фяхт а алыц а нырт и лакаштах дыршеразы тагыла за аща абцара. Айла сужрал сшоку Рыла и хабыра рлахулача, а на панцарыт у паусткалы и цверхатарнакча ражала галаква ртцараза. Яхабс налхрат комиссия хадажа календарт план и накурши на общгород губку ашхор тагалара за документ корыткалара хыркшу. Ашхор аштаргала хейт общгород губку жба. Апсны жулары из раха кандидатша ашхор тагалара ялагуйт. Яхей наркнып хангумза юйбанза абжитара жамш шагу. Алхраква сгуату палхарта тыпку общибаржа. Планируется. У нас первое заседание планируется буквально в понедельник уже будет в 11 часов. Мы будем рассматривать уже представленные, ранее представленные от тех, которые к этому моменту представил и документы ЧИН. Наши рабочие группы изучили, рассмотрели, будут вынесены на рассмотрение Центральной избирательной комиссии, будет по ним принято решение. Будем рассматривать и эфирное время, по которому в обязательном порядке с представителями СМИ мы будем согласовывать наши действия, как это делалось традиционно раньше, просматривать. Но должен вам сказать, что мы находимся в стадии основных выборов, это повторные выборы. Вот, и многие решения, принятые Центральной избирательной комиссией по основным выборам, они действуют, они не перестали иметь свою актуальность. Поэтому в рамках этого мы должен вам сказать, каких-то нововведений, изменений не планируется и не будет, тем более, что каких-то изменений и в законодательном плане нет.
Итадзита журнал Алашара, Хайбати, Ханомер, Уиатуэйт, Апсна, Ашхуйца, Ридгла, Алашара, Ханя, Юхбашук, Сахат, Раяскна, Ехарца, Заднахилра, Ала. Санта, Юхбашук, Сацита, Паэт, Чичуква, Джону, Диишти, Алашара, Янупина, Лукаша, Паэт, Яджин, Ралаква. Апоэзия, Ахшача, а журнал Алашарача, Иупылой, Рушби, Смыри, Рауль Лафри, Белла Барцыц, Пхай, Валерий Касланзы, Гунда, Куцне, Пхай, Джуби, Ибжиновый, Лариса, Макача, Пхай, Раджин, Ралаква. Апроза ухшача халашара якеп хит узран, закеп хизымбас, шалой дзяджинджел и трагикомедия мцада кахва ахидршва. Яраубас гераенуп махайнур папха лажвепш каранафил. Айчцва жраха рубрикача алашара януп ахуюцва даурначхебия Анатолий Логлай рейшцва жраква. Амшинцаква ха рубрикача халашара януп апснывла рэшхуя лыкса гогу янцамтаква ирыцу. А журнал халашара чаха критикой ацарадырре публицистикой рухшокваржи и упылуйт алыкса Касланзы, Владимир Ахашбай, Валентин Когони, Малонна Плыбхай, Дармит Габалия, Сида Агумабхай, Шезина Пшлабхай, Раджиамтаква. А журнал Халашара Хайбатуя, номер Ярлас, Снапсна район Козагержа и Нагахуйт. Хатежим Тахаркшим, Тазфезази Рамш, Сипшаху. Ахава гуатича из ларас хавала, яйва с чаром шкварзом, навши хазауит, вахын мяч и жьяна пхалуит, амшиша шибжун зам там тала, палывает, ехала ралшует адыт, вахын лавюх, вяжачин лавяжвих, павяжвяба, градусы шорохует, амшин за апландера, вяжвяк градусы губ. Абряла информация в дыра, трамши в шара, абсолютно жим тахыркшу, минутку крышты, хайкшу, таур, сижим тачу.